Добрый день, представьтесь, как же вас зовут? Меня певица Истома, это мой продюсер. Сергей Филимонов. Вот, у вас продюсерский центр? У нас продюсерский центр Сергея Филимонова. Раньше он назывался «Пять золотых», а сейчас немножко мастурбировались, да, сказать так вот. На сегодняшний день Сергей Филимонов все-таки решил обозвать своим именем, так же, как в продюсерский центр есть Матвиенко и так далее, ну, чтобы было что-то именное. Ну, конечно. Да. А что сегодня будете исполнять? Сегодня хочу исполнить «Любовь соединяет». Это авторская песня. Ваша? Ну, Сергея Филимонова. Ну, в общем-то, наша. Да, то есть, как бы, ну, наша, в общем. Вот, приехала поддержать ТВ-шанс, участниц. Вот, и, в общем, вы сегодня будете петь? Да, сегодня спою. И еще хочу сказать, что на эту песню был снят клип с Ромой Жуковым. Где можно посмотреть? Вот, уже в Ютубе можете посмотреть. Вчера только, да. Смотреть. Да, также вот ставьте лайки. Друзья, смотрите, пожалуйста, новый клип с нашей замечательной певицей Истомой. Песня «Любовь соединяет». «Любовь соединяет». Где можно вас найти, в каких соцсетях, расскажите? О, Инстаграм, Фейсбук, Одноклассники, соцсети, ВКонтакте, в Ютубе, потом Step to Stars на его канале. Зарубежный канал Ела. Да, все мои там тоже участие. Тоже был и конкурс Music там. Ну, я желаю, чтобы вы зажгли сегодня на этой сцене, показали себя во всей красе, и чтобы очень много слушателей подписывались на вас и приходили в ваш продюсерский центр. Вы же продюсируете людей, да? Ну, конечно. У нас есть много программ, различные конкурсы есть. Также, ну, по сути, все есть для того, чтобы помогать творческой молодежи. Вот поэтому... Welcome. Друзья, если вы хотите стать звездой действительно и пойти наверх к звездам, вот, пожалуйста, перед вами человек, который все это делает. На самом деле, не только я, есть много различных программ, такие как ТВ-шанс, замечательная программа, то есть замечательный конкурс, как бы, который дает возможность людям заявить о себе, испытать свой шанс, прочувствовать это все. Ну и проявить себя, конечно. Проявить себя, естественно. Так что милости просим, как бы, как туда, так и сюда. В общем-то, мы все едины, и вместе мы сила, поэтому... Вперед и только вперед. И с наступающим Новым годом. Желаю вам удачи, чтобы у вас все получилось сегодня. Спасибо большое. Спасибо.